Мэри Кей была убеждена, что будущее компании зависит не только от каждого сотрудника, но и от сохранения ее философии, от уверенности в том, что каждый человек имеет неограниченные возможности. Каждый способен стать успешным благодаря поддержке и вере в него. Наши национальные лидеры – хранительницы ее мечты. Национальные лидеры – это женщины, которые всем сердцем приняли миссию компании. Национальные лидеры – это не только жемчужные мерседесы, новое качество жизни, высокие доходы и признание на международном уровне. Это безграничная вера в возможности каждой женщины, в ее огромный внутренний потенциал, в то, что нет ничего невозможного, если мечтать, верить и действовать. Если спросить каждую из вас, кто бы хотел стать национальным, я думаю, что большинство бы из вас ответили положительно. Но вопрос в том, что вы готовы сделать, чтобы получить этот статус. Для меня лично статус национального ассоциируется с девизом нашей компании «Мы улучшаем жизнь женщин». И я бы хотела посоветовать всем нашим лидерам оглянуться вокруг и начать действовать. Статус национального лидера – это статус женщины, которая научилась достигать поставленных целей. Это статус лидера, который умеет мечтать и вести других к их заветной мечте. Это образ жизни, который позволяет оставаться настоящей, искренней женщиной и в то же время вести очень успешный бизнес. Это образ жизни, которого достойна каждая из вас и вашей семьи. Стать национальным лидером – мечта многих женщин. И когда она превращается в реальность, это праздник не только для них, но и для компании. Когда женщина становится национальным лидером, когда она достигает своих целей и осуществляет свои стремления, она оставляет след в компании и помогает реализовать мечту Мэри Кей. Одной из важнейших возможностей, которая открывает перед нами статус национального лидера, является возможность заниматься интереснейшей, увлекательной, очень разнообразной работой, результат которой мы видим ежедневно в измененных жизнях женщин, их семей и их детей. Наши национальные лидеры прославляют жизнь и наследие Мэри Кей Эш, разделяя ее видение и передавая эти идеи другим. Каждая из них уникальна, но все они связаны общими узами, верой в философию Мэри Кей, и это позволит ее мечте жить вечно.